Юноармейцы из Азбеста и поселка Рефтинский приняли участие в учебно-тренировочном сборе. О том, как это было, смотрите прямо сейчас. В рамках мероприятия ребята преодолевали полосу препятствий. Испытания начались в районе поселка Попанинцев и проходили по маршруту до бывшего золотого прииска. На протяжении учебно-тренировочных сборов юноармейцы продемонстрировали знания по воздушно-десантной подготовке. Далее им предстояло метать гранаты в цель. Следующий этап – ориентирование. Здесь юноармейцы по компасу определяли градус азимута и искали заранее спрятанные предметы, после чего им нужно было найти мины и обозначить их флажками. Также в ходе сборов ребята спускались с моста по веревке, стреляли из пневматической винтовки, разжигали костер и готовили себе обед, демонстрировали знания по оказанию первой медицинской помощи и даже учились водить снегоход. По окончанию всех этапов юноармейцы дали салют из автомата 1941 года.